сейчас все человечество претерпевает вот этот коронавирус, и это как бы вызывает депрессию, как будто темноту. И большие компании страдают. Почему это заметно более у эгоистических, у бизнесменов, чем у простых людей? Там, где желание получать больше, там и происходит больше. И все. Все еще перед нами. Посмотрите, что, посмотрим, что произойдет в ближайший год. Еще увидим, как Творец обучает людей в этот период, который называется исправлением, последним исправлением, как он учит правильно относиться к жизни, к отдаче, объединению. Ну, посмотрите, увидите, что будет. Я вижу это в ближайшее время, как нас научат. И все человечество очень-очень жестко вынудят или жизнь, или смерть. Тут буквально, как написано в каббалистических источниках, что должно раскрыться в конце дней, то, что называется, там такое, что неприятно об этом говорить. Какие страдания, какие беды спускаются в мир.